Челы, заходите на стримы. Я так понимаю, нам куда-то сюда теперь нужно, на северо-восток, то есть. Ну как-то вот так вот надо. Дальше Львов, короче. Без фонаря плыть? Ну вообще согласен, пока у нас ужаса ноль. Драная ворона. Ну-ка заглянем на драную ворону. Вы можете потратить секреты на улучшение ваших способностей. Да это мы знаем, спасибо, блин. Это холод. Зной. Почему у меня так корабль медленно плывет? Мерзлая вода. Медика, кстати, забыл поставить. Надо потом его поставить. А к драной вороне-то вообще можно приконектиться? Короче, я поплыл отсюда, а то что-то мне не нравится. Тут байтово, видите, тут порой показано, как будто можно пришвартовать, а на деле нет. Так, ну можно даже еще немножко севернее взять. Ничего себе. Это рискованный шаг, говорят. Арка Сикамуры. Тенеб. И чё, и как сюда попасть? Гавань Стодарда. Башни и пандусы, галереи и лестницы изо льда поднимаются и вращаются, словно в сладком сне архитектора. Даже паук не смог бы сплести такую сложную паутину. Башни в совершенно первозданном виде, не тронутые человеческим присутствием, кроме жалкого убогого лагеря поселенцев на причале. Нанять офицера неутомимый механик. Неутомимый механик, кажется, он устал от морозной крепости. Он улыбается вам поверх очков, стуча зубами. Бррр, я рад наконец-то увидеть корабль, готов предложить вам свои услуги. Я инженер, самый лучший, что вы когда-нибудь нанимали. Отношусь к машинам как к собственным детям. Не то чтобы я имел детей, слишком занят. Обычно занят. Нанимаем мужичка. Пятно ржавчины, пятно ржавчины. Надо же разобраться с этим. Эй, ты, помоги-ка мне с этой ржавчиной. Чем тут занимаются поселенцы? Тут не только народ с Ирэма и с острова Северные Дали. Тут есть странный исследователь, случайно попавший сюда безумный ледяной скульптор. Порой приходит неприветливый, очень грустный человек Кальмар. Но по большей части тут царит атмосфера дружеского соперничества. Ужас не больше, чем 20. Вы не можете войти в морозную крепость, если ваш ужас больше, чем 20, и вы не должны идти в морозную крепость без уважительной причины. Спросить поселенцев про замок. Если вы можете войти, вам не следует делать этого. У нас тут появляются энтузиасты время от времени. Да, у вас может получиться войти в замок раньше положенного срока. Вы даже можете найти там что-нибудь ценное. Но вы ограбите святое место, мой друг. Оно заберет у вас истории, заберет вашу сущность, ваше «я». И если вы это переживете, то, скорее всего, прогневаете богов моря. Да, они реальны. Так же реальны, как коридоры морозной крепости. Держитесь подальше от этого, мой друг. Держитесь подальше. Сказка об ужасе. А, ну так тянка-то у нас. Страницы плюс один, сердца плюс один, доктор на борту плюс один. Ну, кстати, тянка круче, чем судовой врач, мне кажется, да? Сердца плюс шесть, железо плюс шесть. Блин, отобедать ее, конечно, не особо пока хочется. Хотя, с другой стороны, а если вот смотрите, если я сейчас приглашу ее отобедать, то у меня понизится вот этот голод или нет? Нет? Тогда мы, по сути, сейчас два просрем пайка, а нам этого не надо. Короче, пока тогда тяночку поставим. О, главный инженер. Покровы плюс 8, эффективность топлива плюс 5. Хорош. Это очень крутой чувачок. Привет-привет. Я занят сейчас, но для вас у меня есть время. Так, ладненько. Здесь мы все, да? Так, что-то мы как-то не нашли, кстати говоря. Что нам надо-то найти, я забыл. Гора Палмерстон, да. А где вообще посмотреть-то квест этот? А, вот, услуги. Гора Палмерстон. Ладно, плывем пока в свете. Тут опять холодрыга начинается. Пиратский лес, где? Я не вижу. Участок Патрика. Того самого?
Сталагмит маячит вдали, как краны причалов Ульстака, но больше, гораздо больше. Пиратский лес. Да, то есть он где-то внизу, походу. В участке Патрика. Пиратским лесом Патрик заведует. Хребет Палмерстон. Мы близки, ребята. Оно где-то здесь. Я вообще плыть не могу. Че за нафиг? Мне не хватает мощности. Гора Палмерстон. Это она. Здесь что-то есть под водой недалеко на юго-восток. Монка W. Что-то тут атмосферка недружелюбная немножко. Говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Подняться к кратеру. Хрена нанять офицера беспощадная модистка. За 5 парабола льна. Обалдеть. В аду произошла революция, и дьявольская аристократия бежала сюда. Здесь они плетут интриги в изгнании. Они нам не причиняют вреда. Они там, а мы здесь. Если ад борется сам с собой, это нам на руку, не так ли? Доставляем души. Фигура в капюшоне с фонарем ждет на дальнем конце набережной. Вы подаете фигуре в капюшоне условный знак. Вам в ответ прошипели нужную фразу. Вы отдаете ящик и получаете записку, отмеченную воровским знаком. Говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями, но дорога к серной конвенции вымощена золой. Они пускают гостей в серную конвенцию? Наверное, нет. Но вы же точно не знаете, вдруг они продают билеты. Доступно, если есть цель, встреча с тоскующей дьяволицей не больше, чем ноль. Вы смотрите вниз и видите порт Палмерстон, похожим на игрушку и развалины, похожие на гравий. Вы много прошли, но конус вулкана по-прежнему высоко над вами. Нужно немножко отдохнуть, прежде чем пройти последние полмиля. Вы нашли небольшой домик у ворот серной конвенции. Ни хрена она криповая. Тоскующая дьяволица. Дорога к кратеру заканчивается у латунных ворот прямо в его стене. За ними вы видите на удивление прелестный маленький коттедж. Он собран из пемзы и базальта, однако его фасад сплошь покрыт жимолостью. Столь же прелестная дьяволица в чайном платье опирается на стену домика, вращая зонтиком и обвеиваясь им. «Я охраняю это место», — томно замечает она. «Вам нельзя пройти. Однако, могу ли я предложить вам чашечку опенкового чая?» Опенковый? Он же не ядовитый, правда? Вы очень надеетесь, что нет. Нет, спасибо, вы не принесли с собой достаточно длинную ложку. Нет сомнений, что она будет гораздо менее любезна, если вы попытаетесь сломать эти ворота. Но сейчас это вежливая женщина в чайном платье и с мягким голосом. Чай горячий, пикантный и довольно приятный. Она расспрашивает вас о ваших путешествиях. Она отчаянно нуждается в новостях о Лондоне, о его туманах. Его ночах, его болезнях, его бедности, его огнях. Она тактично обходит стороной вопросы о собрании, но делится парой секретов подземья. «Приходите ко мне еще», — говорит она. «В следующий раз снова на этом же месте». Она изящно пожимает плечами. «И принесите мне подарок, если хотите». Характеристика встречи с тоскующей дьяволицей теперь 20. Вы пили чай с тоскующей дьяволицей. 60 фрагментов. «Интересная женщина». Не зря ее, наверное, дьяволицей зовут. Так, а что здесь продается? Зубчики. Припасы здесь по 22 стоят. Дьявольские кубики, кстати, смотри. Там нужно было 12 дьявольских кубиков для чего-то. Не помните, для чего нужны были кубики дьявольские? Для какого-то тоже чела в Лондоне. Механику в Железной Республике нужны были. А там только дьявольские кубики или что-то еще нужно было? Там, по-моему, дьявольские кубики и что-то еще. А, да, рыбы, точно. Давайте, сколько там нужно было зубов? 7 зубов? Так может мы купим тогда 14 зубов? Это разовая акция, да? Ну тогда 7 зубов покупаем и валим отсюда к чертовой матери. Потому что здесь без хорошего движка такая себе идея. Да, в пиратский бы лес еще заглянуть, конечно. Пиратский лес где? Ну да, кстати, до пиратского леса еще далеко. Опа-на, это кто?
Жесткий чел. Ой, блять! Пиратский лес, фигли. Вот она, печаль Гайдера. Печаль — это сталагмит, огромный как скала, и его основание не имеет безопасной гавани. Цитадель пиратов стоит на полпути к вершине, сложная система лебедок принимает нагрузку, и ваш корабль медленно поднимается с поверхности воды. Его корпус скрипит в знак протеста. Матерые моряки стонут и цепляются за стойки. Выше, выше! Теперь подземноморье переливается, как стекло внизу. Дети, карабкающиеся в расщельных, улыбаются и тревожно машут. Двигатель лебедки замедляется, и вы висите в колыбели рядом с красным пиратским катером. Провести вечер в отчаянном моллюске. Дорогостой. Заплатить слоняющемуся докеру за стратегическую информацию. Адмиралтейство послало тебя, цена возросла, здесь небезопасно. Ты заплатишь иначе, не так ли? Отказаться платить за информацию. Ты грубый малый, давай. Это мой образ жизни и моя жизнь. 5 эхо. Ну, 5 эхо можно заплатить. Не поскупиться. Хрена себе тут сбор информации какой сложный. 43% на успех. Так, ладно, платим этому чуваку. Вы щедрая душа. Вы получите свою награду на другой стороне реки однажды. А прямо сейчас вот небольшая... Вот небольшая награда. Счастливого вам плавания. Отчет едва ли можно разобрать. Возможно, это часть какого-то кода. Адмиралтейство узнает. Так, ну стратегическую информацию мы взяли, да? Послушать слухи о пиратской поэтессе. Сухопутные крысы боятся пиратов. Пираты боятся поэтессы. Ложь, ерунда, проблески. Некоторые говорят, что она на самом деле одна из глиняных слуг, что освободила себя с помощью силы стихов. Возможно. Другие настаивают, что она личная муза короля с сотней сердец. Вряд ли. Кто-то утверждает, что она ходит на живом корабле, сделанном из еще кричащих черепов ее жертв. Более трезвые голоса бормочут, что тот путает с обычным судном класса Алкей. Независимо от истины, мало кто бился с ней и выжил, чтобы рассказать об этом. Только самые смелые из капитанов рискуют отправиться в пустынные части подземноморья, где реет, как говорят, ее флаг. Это типа супер-пиратская... Капитанша какая-то? Босс капитанов? Так, ну давайте исследуем, попробуем. Тут удивительное количество настоящего ландшафта. Поверхность печаль вертикальная, все это знают. Но вы находите тропы зверей и дорожки беспризорников. И вы могли бы пройти по ним, если бы не скалистое торфяное болото, сильно подстегнувшее начавший набирать обороты ужас. Сверкающие глаза. Вы оборачиваетесь и видите длинного тощего мужчину с коричневой кожей. «Послушайте, — говорит он, — у меня есть история для вас. Что-то в седобородом человеке привлекает ваше внимание. Так это Кок, по-моему, нет? Резко изменить ситуацию. Нет. Это у меня есть история для вас. Вот это жестко. Мне кажется, это крутой варик. Тут целая сказка об ужасе и морская история. Давайте ему расскажем». Он пережил ужас и удивление, но и вы тоже, и ваш рассказ настолько свежее, вы перебиваете друг друга историями, пока наконец он не уступает. Вот, говорит он, вот где все это началось. С астрономом и его таблицами. Он шепчет вам в ухо. Блин, ну что-то как-то пососно. Всего лишь 50 фрагментов получили, по сути. 2 ужаса потеряли. Ну хз. Но зато, если бы он рассказал истории, может быть, мы бы только ужасы набрались. На другой день в отчаянном моллюске. Питьевой притон на подвесном причале — хорошее место для того, чтобы ваша команда пообщалась и выпустила пар. Но хотя печаль Гайдера — свободный порт, пираты предпочитают общаться с себе подобными, искоса поглядывая на респектабельных лондонцев. Разговор затихает, когда пьющие замечают вас. Вы были здесь слишком долго, и вы привлекли неправильный вид внимания. Время двигаться дальше. 1 ужас только получили. Ясно, короче. Пора отсюда сматываться, я думаю. Но. Зато мы здесь сделали все, что можно, да?
То есть мы в горе Палмерсон сбагрили этот груз. Здесь мы стратегические данные заполучили. Сколько у нас, кстати, погоди. Сколько? 23. Блин. Еще 3 топлива просрать, и мы можем еще 20... Мы можем пойти 20 еще соленьев, блин, забрать там. Так, полегче. Страшный удар сотрясает корабль, моряки с криками падают за палубу. Зарядка оружия прервана. Ну, вроде никто не сдох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пиратский фрегат, команда 10. Все нормально? 40 из 40. Поплыли. Так, все, сейчас как раз еще к девочкам заплывем. Покушаем там, а то у нас ужаса что-то накопилось, пипец. Охренеть, в тумане ужас апается. Фиби теряет 5 ужасов, то есть она отнимает 5 ужаса, дает одну память о дальних берегах и один припас, да, окей. То есть вторая девочка больше для удаления ужасов, третья такая средняя, первая дает ужасы наоборот, но она что-то еще дает дополнительное. Души доставлены. Что за благоприятный и обнадеживающий случай? Так, кстати, давайте сначала мы, наверное, это... Продадим эту злупенцию, да? Освободим. Трюм немножечко. Что за благоприятный и обнадеживающий случай? Вновь встретиться здесь, в этом месте, которое было таким удачным для нас обоих. Позвольте мне тепло пожать вам руку за то, что вы продемонстрировали свою непоколебимую приверженность к честности в сделках. Очень хорошо. Мой покровитель поднимает бокал за ваше здоровье. Принять, конечно, оплату, Лук. Плюс 200 он дал. 5 топлива и 2 припасов. Ну, нормально, кстати. Вот ваша компенсация, немного топлива и несколько бочек бисквита, которые один капитан щедро пожертвовал на всеобщее благо. Я передам добрые слова моему покровителю, и если я в самом деле человек слова, мы увидимся опять. Если только кит не съест вас. Конечно. Но в этом случае, я надеюсь, вы будете думать обо мне плохо, думая, что это было мое желание. И вот мы снова стоим здесь, на причале, о котором, я полагаю, вы можете сказать, как о кромке колодца возможностей. Так давайте же вместе обильно и запьем из этого колодца. Этим я хочу сказать, что у вас... Что у моего покровителя есть задание для вас. Отвезите оплату через океан и вернитесь обратно с небольшой посылкой. Конечно, если вы вернетесь в Лондон без небольшой посылки, мне, скорее всего, придется подыскать для такого случая несколько колких эпитетов. Блин. Ну, хз-шечка. Ну, беремся, пофигу. Приключения, в конце концов. Вот деньги, не потеряйте. Теперь привезите посылку обратно сюда. И мой дружеский совет. Избегайте внимания грубиянов из акциозного управления. Если вы вернетесь без посылки моего покровителя, не будет интересовать, потеряли вы ее или же у вас ее отняли. Удачи, удачи. 1000 монет он дал. Так, сначала отчеты. Гора Палмерсон, серная конвенция. Это беспокоит меня, капитан. 40 эхо дали. Хорошо. Морозная крепость. Там действительно так красиво, как говорят? Я сомневаюсь. Все хорошие поэты — отъявленные лжецы. А лжецы — это плохие поэты. Парадокс. Не правда ли? Забудьте. Ваш отчет. Смотрите, какие-то новые опции появились. Передать разоблачающую карту. Давай выясним, правда ли это. Поговорить о ходах в большой игре. Шепот. Спросить, что ему нужно. Сдать свой груз красного меда. Тут что-то очень много опций. Спросить, что ему нужно. Информация. Посетите порт, и мы купим у вас портовый отчет. Ищите места... А, ну это просто, да?
Так, давайте жизненно важную информацию ему предложим. Что такое? Скажи мне быстро. Я рад, что вы доставили это мне. У меня есть коллега в некотором роде, так называемый дипломат. Я сообщу вам это, потому что доверяю. Дипломат заплатит больше, но я найду этой информации более полезное применение. Он подается вперед. В этом мире есть силы, о которых я не могу сообщать. Делишки флота я не могу назвать достойными. Передавайте информацию мне, и мы сможем сделать все правильно. 350 эхон за эту жизненно важную информацию. И плюс поддержка адмиралтейства. Спросить, нужно ли что-нибудь ему особенное. Получить стратегическую информацию на Кумском канале. На юге вдоль побережья от Лондона. Ну, кстати, по идее, нормалек. Корабль надо починить обязательно. Зубчик, да. Зубчик я забыл просто кому, вот ему. Это продается у горы Палмерстон, где-то в северной части Подземноморья. У него специальный вкус, но его ждут специальные клиенты. Еще кое-что. Поговорите с ним дальше или проверьте журнал. Косарь. Даже косарь, да. То есть еще больше дали. Нормальный наварчик, неплохо. Плюс 500 получается. Что-то прочное. Стигийская слоновая кость. Или что-то лазурное. Шкатулка сапфиров 7 штук. Такого мы ни разу еще не видели. Так, девочка, ненасытный дипломат. Дипломат обитает вблизи Адмиралтейства, в кабинете на втором этаже над гимназией для леди и джентльменов-боксеров. Ваш разговор прерывается звуками далеких выкриков и ударов. Дипломат реагирует на звуки с нежной улыбкой. «У меня есть друг», — говорит обыденный дипломат, — «который будет благодарен за доставку куда-нибудь еще. В ханство, например, или в порт Сердолик». Ей тоже вот можно сбагривать жизненно важную информацию, да, и она больше заплатит, нам сказали. Спросить о роли дипломата. Каким видом дипломатии она занимается? Кошачья ухмылка. Видом дипломатии, который нельзя списывать со счетов, я прикреплена к Адмиралтейству, не к Министерству иностранных дел. Лондон не тот, что был раньше, но у него по-прежнему есть интересы за границей. Я занимаюсь этим в меру своих сил. Я крайне надеюсь, вы в достаточной степени патриот, чтобы не задавать много вопросов о подробностях. Спросить про адмирала в темных очках. Они действительно тесно сотрудничают друг с другом. Осторожные и нейтральные выражения. Ну что ж, адмирал – человек принципов, очень прямолинейный, очень традиционный в своих взглядах. Думаю, с его стороны это довольно храбро ожидать, что флот будет действовать без помощи извне. И у него прекрасный вкус к камерной музыке и вину. Надеюсь, эти слова ясно выражают мои чувства. Разница в том, что с багровой инфо адмирала есть шанс повысить статус Лондона. Взять агента. Агент позволит вам наладить сеть разведки и иногда увеличивать ее в будущем. Не знаю, что это такое, потому еще раз ивануть. Оба, скорее всего, временные, но этого вам достаточно. Теперь у вас есть одна шпионская сеть. Агент дипломата. За одну услугу. Поддержка адмиралтейства. Они иногда необходимы для улучшения шпионской сети. Один агент в нашем дипломате. Так, 3400 монет у нас. Ну чё, наверное, пора покупать движочек. За сколько? За косарь? Да, за косарь, почему нет? Бахаем. Ну, старый можно продавать, получается. Теперь нужно возить с собой много топлива, штук 20. Ну, наверное. Какая у нас теперь задача получается? То есть, мы смотрите... Теперь нам нужно опять в печаль сгонять. Ну, можно додоить соленых львов на самом-то деле. На самый северо-запад до печали. Не знаю, но можно сгонять туда в целом. Так, погнали. Ну, честно, я не могу заметить, что прям разница какая-то большая между тем двигателем по скорости и этим. Так, ну-ка сюда. Грабить и топить. Крепкий ящик. 4 припаса, ёлки-палки. Добро пожаловать на борт. Мы вас будем кушать. Чё, давайте здесь на всякий случай сливанёмся теперь.
Так, кстати, смотрите, здесь можно поболтать, да? Один из гробоклонистов проявляет заметное внимание к вашей команде, особенно к наследнице Кладери. Гробоклонист отводит от вас... вас чуть дальше от наследницы Кладери. Не стоит говорить ей, что вы встречались со мной. Его хрип напоминает скрежет старой пилы. Ее мать распорола мой голос, надеялась исправить его, и я не стал бы искать свою дочь. Впрочем, я и не хотел, его дыхание слышен свист. Не сработало, операции не всегда вполне эффективно. Должен знать, что моя дочь в порядке, счастлива, имеет достаточно пациентов, не страдает от голода и тому подобное. В обмен на простейшие новости он объясняется. «Я ее отец», — говорит он. «Обычный инженер. Не тот родитель, какого она могла бы желать. Если вы желаете рассказать наследнице об этой встрече, вы можете сделать это, поговорив с ней». Блин. Исследовать Вендербайт? Давайте попробуем исследовать, наверное, его. Здесь предпочитают свечи керосиновым лампам. Тени здесь похожи на паутину. Гробоколонисты могут стоять подолгу на одном месте и часто могут... быть приняты за статуи, пока они не захохочут или раскашляются. Каждый третий дом здесь выглядит заброшенным. Карминовая часовня. Маленькая часовня стоит в одиночестве. Вы просовываете свою голову через дверь. Темно-красные стены, даже немного алые. Рубинового оттенка окно, находящееся позади, светится ровным цветом. Электрическая лампа за стеклом – редкая и дорогая штуковина, но все же это не газовая лампа. Здесь никого нет, но у вас есть ощущение, что почти миг назад здесь кто-то был. Уйти, этот оттенок красного неприятен даже для гостиной вдовы. Глиняные стены в пустом храме, ничего веселого здесь не произойдет. Внести пожертвование, бросьте монетку в ящик с пожертвованиями и помолитесь силам, обитающим здесь, какими бы они ни были. Эн Эмси, спасибо огромное за второй месяц. Реквилика, реквихилох. Здорово, спасибо большое за ресапчик. Давайте бросим монетку и помолимся силам. Неопределенный исход. Говорят, молитва успокаивает душу. Ваша душа не успокоилась. Вы неподвижно стоите, склонив голову, пока поток света не ударил в часовню. Ничего не изменилось. Лишь красный свет этой часовни занимает ваш взгляд. Лица ваших матросов, кажется, покраснели, словно от лихорадки. Вы слышите эхо своего неровного дыхания. Никто не сидит на скамье позади вас, но это не мешает вам наблюдать. Эта сцена останется в вашей памяти. Может быть, вы напишете о ней, когда вернетесь в Лондон? 5 ужаса, блин, получили. И сказку об ужасе. Жестко. Так, ну плывем на запад. На северо-запад, да? Тут, правда, опасная зона такая немножко. Ползающие звезды. Смотровой кричит. Далеко наверху. Фальшивые звезды перемещаются по потолку пещеры. Редкое и зловещее событие. Что теперь? Запретить им смотреть. Правда, вы их не остановите, но хотя бы отобьете желание спорить. Им не понравится, но так безопаснее. Движок купили, да? 50 на успех шанс. Если этот узор означает доброе предзнаменование, ваша команда будет рада. Хотя, кто знает. 50-50. Ебашим монеточку. Сука. 3 ложные звезды подмигнули вам одновременно, внезапно, как будто они закрыли глаза. Тот узор, что остался, так же безнадежен и бессмысленен, что и бросок игральных костей. Слышно, как где-то начинает рыдать матрос. Ну ладно, всего 2 ужаса. Хотя у нас уже, блядь, почти 27 ужаса у нас. Северные дали. Холодный город рядом с соляной пустошью. К северо-западу от городка в северных далях одиноко стоит дом вопросов. Так, сбор информации. Граждане города Северные Дали любят вопросы, так что они всегда отвечают вопросом на вопрос. Это может усложнить сбор информации. А почему вы спрашиваете? В какое время дня? Это ваша шляпа? Точно было 6? Да, точно было 6. В конце концов, вы собрали достаточно намеков и предположений, чтобы составить отсчет. Так, исследовать город. Давайте сначала попробуем в дом вопросов сгонять. К северо-западу от городка в северных далях одиноко стоит дом вопросов. Здесь последователи дома жертвуют подношение 3 богам глубокого моря. И, возможно, 4-му, который вовсе и не бог. Это единственное место на севере, где хоть иногда можно получить прямой ответ за определенную цену.
Получать внимание бога полезно, чтобы снять проклятие. Бросить вызов богам. Так вы увеличите железо и сердца по 5 пунктов каждый до 110 и сбросите ужас до нуля. Но вы никогда не сможете снять проклятие бога или получить от бога пользу. Не, такое нам не надо. Давайте город исследуем. Рыболовы, моряки, подозрительная пара личностей, похожих на пиратов, или это утопцы, сидящие на кромке воды. Они сидят вокруг костра на краю моря, передавая друг другу бутылки с чем-то вязко черным. Они отгадывают загадки за деньги. Хотите ли вы присоединиться к ним? Поставить эхо на одну из простых загадок. Попробовать нормальную загадку на 10 эхо. Попробовать одну из жемчужных загадок. Попробовать одну из великих загадок Ирема. За косарь. 10% шанса. Давайте за одно эхо. 41% шанса, то это жестко. О, получилось. Рыбак бурчит, но платит. Кошачья тень. Ну, такое, конечно. Но за 1000, наверное, можно там такую загадку решить топовую. Так, что еще здесь есть? Так, тут тупик, уже больше ничего нет, да? Ой, бля. Не ешьте меня, господин живой остров. Кодекс. О, тут можно высадиться. Кодекс. Пещеры, полные немых изгнанников и необъяснимая колония дрожащих злых обезьян. Но мы тут ни хрена не можем сделать, только, пожалуй, отчет составить. Никто не будет говорить, это сложная задача. Откровенное молчание. Изгнанники видят многих приходящих, мало уходящих. Некоторые даже готовы общаться, но их жесты незнакомы. Значения не ясны. Даже тогда, когда вы можете что-то понять, это ответы без вопросов. Они бесполезны, как ключ без замка. Так, окей, короче, направляемся тогда, получается, в печаль. Правда, у нас, блин, топлива, возможно, ни хрена не хватит. Да и ужаса что-то многовато. Да, жестко, конечно. По ресурсам может реально не хватить. Сейчас и террор накопится. Ничтожный глупец. Скудная добыча. Крепкий ящик. 5 припасов, ни хрена себе скудная. Нормалек. Интересно, а здесь топливо продается? Тут, наверное, цены бешеные у пиратов. О боже, они холодные, возьми их от меня, возьми. Где мои деньги? Не обманывай меня, возьми. Но я хочу свои деньги. А можно подешевле сторговаться, нет? Похоже, нет. Ах, я чувствую, как оно уходит. Оно отпустило меня. Ты же никогда меня не видел. Непроштампованный ящик человеческих душ. За косарь, ни хрена себе, один ящик нечеловеческий душ. Косарь стоит жестко. Бля, вот это да, это пиздос. Все, не смотрите, тут продают топливо за 30, припасы за 40, это жестко. Блин, можно зажадничать еще в соленые. Да не, на самом деле нормально вроде, успеваем. Особенно если без фонарей. Нам нужно сейчас устроить суперсессию у девочек. Нам нужно зайти к девочкам, потом еще с новостями покушать у них, потом еще раз покушать. Короче, нам нужно раз 5, наверное, похавать у них. Your cruise terror is reaching dangerous levels. You can lower it in certain ports and slow it rise by staying close to land and keeping your prow light on. Хрустя гравием под ногами, вы подходите к двери. На ней висит грязное латунное кольцо. Краска шелушится от соленого морского воздуха. Никто не отзывается, но дверь не заперта. Коридор во тьме, кабинет тоже. Видны следы беспорядка тут и там. Разбитая чашка, перевернутая пианино, царапины на стенах. Вы умудряетесь подобрать кусок бумаги и поднести его к свету. Это незаконченное стихотворение. Скорее всего, стихи принадлежат Фибе. Отсутствующая луна, грызущий голод в сердце, колодец, море, множество других совпадений. Слышны звуки снизу, из кухни. Вы осторожно открываете дверь. Нечто цепляется к потолку, раскрывает желтые глаза и начинает шипеть.
Что-то прям поменялось, ребят. Служанка с желтыми глазами прилипла к потолку, как ящерица, гибкая и разъяренная в своей рваной униформе. Она яростно шипит. Стоит вам подойти на шаг, она быстро отскакивает в дальний конец комнаты, по-прежнему находясь на потолке. Она рыдает. Кем бы, чем бы она ни была, она страдает. Но я понимаю, да, что я могу потом вернуться. Дом на вид пуст, ни движения. Тогда почему у вас ощущение, что не так много осталось времени? Можно спиздить лут. Давайте осмотрим, попробуем. Бля, не повезло на 70%. В спальнях, ванных, столовой, на служебных лестницах везде отсутствовали следы жизни. Напольные часы в верхней части лестницы тикают, как сердце. Снаружи вздыхает море. А можно еще разок? Вы поднимаете голову и слушаете, кто-то поет. Это женский голос, мягко над фонтаном. Долго падает южная луна. Это женский голос. Мягко над фонтаном, долго падает южная луна. Звук ведет вас по винтовой лестнице в башню позади дома. Вы дергаете дверь, наверху заперто. Звук прекращается. Это был голос Фиби. Вы зовете ее, что случилось? Нам нужны были их истории, объясняет она. Нам нужны были только их истории вначале. Мы так изголодались тут по историям. Но потом Люси, Люси... Ее трясет от рыданий. Хотите, мы сломаем дверь, шепчет вам боцман. Пока вы раздумываете над ответом, кто-то из вашей команды выкрикивает проклятие и показывает на щель под дверью. Из-под двери тянется дым. Я заслуживаю смерти, кричит Фиби. Положив руку на дверь, вы чувствуете, что она горячая. Дом охотничьей обители в огне. Фиби-поджигательница. Огонь начинается в башне Фиби, но он быстро распространяется. Моряки падают, задыхаясь от волн дыма. Желтоглазая служанка прыгает из окна и пересекает лужайку на четвереньках. Наблюдать — это все, что вы можете. Спасти Фиби. Ее ум может быть уже потерян от горя и безумия, но, по крайней мере, мы могли бы сохранить ее тело от огня. Найс! По цепочке вам передают морскую воду. Достаточно, чтобы ослабить огонь и намочить одежду, которой вы обмотались. Вы проходите сквозь пламя, ваша кожа хрустит, брови шипят. Ваши волосы потом снова вырастут клочками. Фиби привалилась к стене. Вы хватаете ее, перекидываетесь через плечо и выскакиваете из огня. Балки трещат, и крыша рушится вниз. Искры взлетают выше ложных звезд. Через несколько часов дом наконец умирает. От него осталось лишь пепелище. Фиби плачет, очнувшись. Мучительные рыдания сотрясают ее тело. «Вы должны были оставить меня там». Вот и все, что она говорит за это все время. Ее лицо ужасно обожжено. После того, как ее перевязали, она стала похожа на полумертвого гроба клониста. Возможно, она внутри и правда наполовину мертва. О таких вещах трудно рассуждать здесь. Подземноморье. Вы потеряли члены команды. Теперь у вас есть одна сестра с лицом в шрамах. Теперь у нее нет дома, она не показывает лицо, не говорит о том, что произошло, но она готова использовать свои навыки, чтобы помочь лечить вашу команду. Блин, а получается та, которая была пауком на стене, уже все, да? Не спасти ее. Покопаться в руинах. Грибки и пещерные лозы уже испортили каменную кладку. Никто не попробовал восстановить охотничью обитель, несмотря на ее близость к Лондону. Это место имеет жуткую репутацию. Трудно понять, почему сейчас... Так к этому относится. Место мирное, как павильон в парке. Воздух тихий. Вдалеке светят огни Лондона. Ветер, сорняки, вода, упавшие камни. Сад постепенно приходящий в беспорядок. Неделя за неделей. Больше ничего. Блин, тут даже главное не то, что еда кончилась. Как нам ужас теперь снимать вообще? У нас ужаса миллиард. Блин, а если бы я паука спас, то тогда бы не получилось спасти Фиби? Или можно было бы спасти все равно? В Лондоне одну единицу за 10 эхо. Ну ладно, хоть так. Сестра с лицом в шрамах. Квартирку получше прикупить. Но там косарь стоит, по-моему. Ну, наверное, кстати, придется покупать, потому что это сейчас самая большая проблема. Блин, мы еще потеряли одного члена команды. Добро пожаловать домой. Быть может, вы спросите, как я сюда попал, чтобы встретить вас. Но тогда я отвечу, что у нас повсюду глаза. И в пустошах. И на холмах. На самом деле у нас даже больше глаз, чем у всевидящей жабы.
Но они все рады тебя видеть. И ваш груз, конечно. О, прекрасно, просто потрясающе. Пожалуйста, примите этот небольшой знак моей благодарности. И, пожалуйста, также примите мою благодарность. И благодарность моего покровителя, с которым мы, будучи людьми чести, понимаем, что истинный характер сделки куда важнее. Тем не менее, тратить деньги всегда приятно, не так ли? И капитан должен есть, и должным образом корабль. Поэтому вы загляните под пирс. Если вы заглянете под пирс, там вы найдете немного топлива и так далее. Так, окей, лады. Сдаем сфинкса камень. Немного топлива. 5 топлива, 13 припасов. Ну, допустим. Жилище, смотрите, оно здесь стоит, получается, косарь. То есть элегантный особняк косарик стоит. Наверное, придется покупать. Не знаю. Блин, давайте, короче, наверное, сохранимся и попробуем купить дом. Но если будет хреново, то тогда... Хороший дом на Холлоу-стрит. Это будет недешево. Ваша команда на телеге перевезла все вещи из комнаты слепого штурмана на ваш новый адрес. Если бы кто из уважаемых людей будет искать вас, их проводит слуга. Отдых теперь дороже, но более эффективный. Личное святилище. Как только жилище будет достаточно большим, чтобы содержать мастерскую, вы можете создать предметы, такие как нерушимое завещание, шкаф с трофеями или песни моря. За 100 теперь отдых. Можно его и продать сразу. А можно купить Приморский дворец за 10 тысяч. Подумать о пенсии. Это позволит вам просмотреть возможности закончить игру. Вы можете спокойно их изучить, не выбирая что-то конкретное. Ну, допустим, отдыхаю я за 100. Минус 15 ужаса, да? Дороговато, конечно, все равно. Теперь у вас есть 2 единицы спокойной ночи. Вдохните воздух садов Тирана, отведайте кофе в кофейне Калигулы. Воспользуйтесь преимуществами репутации морского капитана. Вам надо привыкать к этому. На 5 ужасов больше снимает за те же деньги, что отдых в комнате. Ну да. Но все равно выгодно, по сути. Мы сейвим 50 монет, по сути. Так, ну что, надо покупать сейчас этот, топливо. Так, портовые отчеты. Вендербайт. Что там вытворяют почти мертвые? Северные дали. Я отказываюсь задавать любые вопросы. Не хочу сделать им приятно. Конец охотничьей обители. Внезапный шок. Это ужасные новости. Бедные девочки. Мы уже давно предупреждали их, что они не в безопасности. Но это было так давно. Я думал, все закончилось. Спасибо вам. Мне придется изучить вопрос должности снабженца. Изгнан за то, что отвечал. Вот бы вас на остров Северные Дали. Есть что-то новое? Лёва? Вот Лёва топовый. Не так далеко. 20 монет плюс топливо. Отчет о Лёвах — это прям вообще хорошо. Так, можно одного... Не знаю, как вы думаете, нанять одного члена команды, которого мы потеряли за 30? А, ну рекрута можно на халяву получить за еще один день, кстати говоря. Так, а новости? Не читаются, что ли? Посетить вашу мастерскую. Создать алтарь камню. Вы знакомы с традициями, знаете молитвы и хвалебные песни. Быть может, вы верующий, а может быть и нет, но это успокоит матросов. Процесс создания алтаря увеличит ваши сердца на 7. Алтарь, установленный в трюм, увеличивает сердца еще на 7. 7 секретов нужно. Одно очаровательное сокровище. Не надо там 2-3 выпадать, может? А типа максимальное число команды — это плохо? Это создаст песнь моря, что позволит вам уйти на заслуженный отдых, если у вас есть правильное стремление. Да и само по себе является очень элегантным решением. Ну да, это вот как раз концовка, видимо, которую мы выбирали в прошлый раз. Но сейчас-то мы бессмертны. Хотим быть. Так, ну что делать-то теперь? Сплавать еще пару раз к соленым львам? Я думаю, да? Может быть, нам теперь какой-то новый маршрут изобрести? Типа, нам же надо куда-то, откуда-то забирать новые отчеты. Может быть, вообще плавать вот так, грызуны?
Львы. Треугольник такой, конечно, получается, хз. Я бы все-таки выжил из львов сначала все, чтобы уже точно туда не плавать. Бля, долбоебизм. А если я сейчас загружусь, то у меня где будет автосейв? Блять, ну да. Сука. Ну ладно, еще поделать. Обезьяна лицый утес. Блин, ну там уже надо вот сюда, наверное, все-таки сплавать еще, да? Вот эту часть, да, изучать. Ну че вы, Ред, и че у вас тут за дилемма? Виноватый грызун стоит, склонив голову. Помощник толкает его вперед. Так, опять он крал еду, да? Ну казнить его тогда на этот раз. Наказание определенно как можно более безболезненное, но оно проведено на публике. Граждане спорят, можно ли то, чему они стали свидетелями, назвать правосудием. Но результат ясен. Немногие теперь осмеливаются идти на риск кражи. Так, мы потеряли один дух, получили фрагменты, получили зато цивилизацию и получили две мощи. То есть это, кстати, очень жестко. Это прям хорошо. Ну давайте тогда пастушьи острова посетим, раз тут недалеко. Ради отсчета. Три топлива МКС. Да уж, конечно, 40 трюма что-то маловато. Было бы 50 хотя бы. Вот 50 и было бы идеально. Вообще идеально. 20 соленых львов. И по 15 там, ну сколько там. Ну да, и по 15 еды и топлива. А сюда можно вообще причалить? А, ну да. Блэдство. Давайте берег исследуем. Может, что-то прикольное будет. Конкурс загадок. Да сосите бибу со своими загадками. Охренеть, второй раз подряд 40% работает, ничего себе. Так, я валю, я успеваю доплывать хоть? Вообще, на подплытии к Лондону надо офать всегда фонарь. Для экономии. Нажмите на кнопку H, чтобы погудеть. Это абсолютно бесполезная функция, которая к тому же может провоцировать различных морских тварей и другие корабли на атаку. У нас есть теперь свободный вечерочек. Беспокойный студент приглашает вас навестить его или ее в университете. Хорошо. What the fuck? Доставить сфинкса камень кому? Улыбающаяся женщина в элегантном нарциссовом платье кладет руку в перчатки вам на руку. Вы ждете людей из министерства? Они не придут, но у меня есть к вам предложение. Яркое платье, яркие волосы. Ее кожа светится здоровьем, ее улыбка мудрая и беспощадная. Эти камни полны старых воспоминаний. Базаар их пьет. Она кивает на шпили, что поднимаются над Лондоном. Темные конечности, что растут над улицами. У меня есть предложение получше. Помогите нам доставить сюда, вниз, свет, и мы наградим вас. Награда будет обильной. Обильная награда, свет — это счастливые слова. Спасибо, капитан. У вас ясный глаз и ясный дух. Привезите сфинкса камень на юг. На Великую Жеоду. Там была когда-то база Адмиралтейства. Теперь там что-то удивительное. Она тепло целует вас в щеку. Мы скоро увидимся. Блин. Погоди, еще какой-то пыльный джентльмен. Она дала вам... Капитан, подождите, она дала вам поручение, не так ли? Она служит некой силе, яркой, но не дружелюбной. У меня для вас есть встречное предложение. Не могли бы вы выслушать? Он сутулится, как клерк, и кашляет, как шахтер, но у него сюртюк из лучших тканей и новейшего покроя. «Меня зовут Пенсток», — говорит он. «Базаар пирует старыми воспоминаниями соленых львов, но это только делает его более унылым, что только хуже для всех нас, особенно для тех, кто любит его. Поэтому мы нашли другое применение для сфинкса камня. Мы можем сделать что-то правильное». Увезите их далеко, мы расскажем вам куда, вам заплатят. Если вы уже пообещали яркоглазой... посреднице отвести их в Великую Жеоду, это заставит вас изменить своему слову. Блин, но он не говорит куда. То есть он заранее не говорит куда. Жеоду-то я уже знаю. По крайней мере.
Увезите их далеко, то есть это прям супер, походу, далеко. Блин. Может быть, забить на этого мужика? Хотя тяночка вроде злая какая-то, реально. Я правильно понимаю, что если я сейчас соглашусь на это поручение, то автоматически сразу отменится задание про Жиоду? Или я просто смогу выбрать из двух заданий? Если вы передумаете, я буду здесь, пожалуйста, Базаар. Он так болен историями. Помогите мне, помоги ему. То есть еще можно к нему прийти, да? Ну, хз-шечка. Че, попробуем покутить все-таки? В прошлый раз хреново покутили. Давайте попробуем сейчас покутить. Так, вы потеряли 5 ужасов, потеряли 10 эхо. Осталось 777. У вас есть последние новости. Морские песни, вкусная еда, тепло очага и кое-что еще. Беда или роман? Эту ночь в Ульстаке вы разделите с милой девушкой. Быть может, она шпионка. На нее невозможно наглядеться, и когда вечер заканчивается, вы все еще вместе. С симпатичным парнем. Элегантный человек с акцентом пресвитериата и неожиданно радостным смехом. К концу вечера уже кажется естественным, что он должен проводить вас домой. С кем-то, чье имя вы потом не вспомните. Ваша единственная любовь в море. Вам удобно везде, когда вы в море. Но это все, что у вас есть. На следующее утро она дает вам оловянный медальон. Когда вы протягиваете к нему руку, она быстро сжимает его в своем кулаке. «Не смей меня забыть», — говорит она. Тату-салон Клаттермонта. Вы же настоящий моряк, в конце концов. Вы можете, конечно, отправиться в одно из тех кури-молись мест в доках, но цены у Клаттермонта разумны, и его дочери — настоящие мастера своего дела. Но какой рисунок выбрать? Бесстрашная рука. Это позволит увеличить железо на 2 и вылечить до 25 пунктов ужаса. Кольцо туманов, чтобы чтить ваши морские навыки. Покровы на 2. Если бы вы хотели оставить воспоминания на коже, стали бы кальмаром. А тут можно много раз эти татухи делать? Одну только татуху? Но это лучше, когда у нас побольше ужаса будет. Тогда уж. О да, быстро шепчет студент. У меня есть бюджет на покупки для университета. Что вы мне покажете? Небольшой подарок от студента. Вы мне так помогли, я хотел бы дать вам кое-что для следующего путешествия. Я лично поместил это в бутылку. Темное стекло, вы получили 2 припасы. Блин, нам лучше не припасы, а топливо, конечно, ну ладно. Оно пахнет химией, маринадом, солью. Когда-то это могло быть плотью морского угря, но студент уверяет, что оно может оказаться жизненно важным для вас, и что оно съедобно. Стоит сохранить это на экстренный случай, наверное. Ваши дела с беспокойным студентом завершены. Погоди. Так он просто припасы дал и все? И ничего больше? 2 припаса всего лишь? Так, ладно, отдаем отчет и получаем топливо. 5 топлива у нас, да? Давайте покупаем тогда еще. Сколько у нас там всего? 37, блин. До 40. Всего 8 топлива, это мы сейчас в Жиоду поплывем с 8 топливом. Гоу за припасы, ужин и сделаем с офицерами. Да, кстати, реально хорошая идея. Например, давайте все-таки с девочкой вот этой поговорим о штормах. Это я хотела, чтобы мы приехали в охотничью обитель, признается она. Потому что имела романтическое представление о бурях. Забавно, но оно оказалось верным. Вы знаете, что моряки говорят о боге на своде? Он существует. Я слышала его в моих снах. Она наклоняется ближе. За повязкой в свете лампы ее глаза темные, как чернила. Он ужасно сердит. Это все, что с ней можно, да, сделать? У него спартанский вкус, он мало ест, пьет только воду, спит вовсе малость, так что вам нужно накрыть простой стол. Спасибо за еду и компанию. Нет, не надо вина, я хочу спать. Да, я могу заснуть. И слишком легко. Вот это проблема. Он колеблется. У меня есть проект, я работаю над ним каждую ночь, чтобы не заснуть. Работа идет достаточно хорошо, это держит меня в здравом уме и вертикальном положении. Но я бы хотел насладиться всего одной ночью сна. Если бы вы могли мне помочь. Нам нужен глиняный слуга из Полифема. Нам понадобится зеркальная ловушка. И нам нужно попасть в охотничью обитель. Я все объясню, когда мы туда доберемся. Нет, я серьезно. Я был бы у вас в большом долгу. Зеркальная ловушка редко продается в Лондоне, но ее можно найти в ханстве, а иногда и в других местах. Доставить глиняного слугу и пустую зеркальную ловушку в охотничью обитель. В охотничью обитель? Это же где девочки жили. Так а если я гляну, то у меня отменится квест на Жиоду. Не, ну можно засейвскамить, конечно.
Он говорит вот что. Вот. Он сжимает мятую записку в руке. Вот куда нужно их отвезти. Вы узнаете там что-то, я думаю. Я должен был обратиться за помощью к магистрам ради этого. Мы все запутаемся в своих планах, но оно того стоит. Я клянусь, что это того стоит. Сфинкса камень в пролив Адама на юге, где живут насытившиеся. Пролив Адама на юге, просто на юге. То есть это где-то здесь, как я понимаю, в середине карты. Это жестко. Ну, наверное, лучше я в Живоду отвезу все же. И поплыли в Живоду сразу. Получается.